Это Ян Хао, совсем еще юный фигурист, но который уже достиг определенного уровня мастерства. И вот сейчас он его нам продемонстрирует в образе Чарли Чаплина. Конечно, все это не просто так. Тот же Ян Хао, безусловно, заслужил право выступить на гала-концерте на таком ответственном турнире. Понятно, что он один из лучших, может быть, самый лучший юный фигурист в своем возрасте. Во всяком случае, мы видели в его исполнении сложные вращения, сложные прыжки, аксель 2,5 оборота. Ну и для юного фигуриста это, конечно, большая честь, большая ответственность, но он с ней справился вполне достойно.